вот так все вычистили, высушили. Вот теперь надо ехать за трубами и менять вот эту вот всю систему полностью. А то грязище здесь было ненужное слишком много. Четвертый слой краски, самый дорогой, все равно видно еще некоторые блики. Собрали канализацию, все установили, использовали только один старый кусочек. Так, все новое, с новыми резинками, ничего не течет, все подпенили, закрепили. Ванну примерили, так, стал собирать сифон. Просто закручиваю, это качество Леруа, то есть то, что продается Леруа, такой толщины пластик, лопается сразу. В туалете тоже все поменяли, собрали новый короб. Сейчас это все немножечко пена подсохнет, чтобы держалось, и я плиточку положу. На сегодня будет все.